Бесударный – это ударный. Я. Это я. Ну, то есть что-то вроде Иван. Сейчас появится. Сколько угодно. Стоп, да сколько угодно. Представь себе, что я сочиняю такие дурацкие стихи. Иван, 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 Иван. Ну и так. Иван, Иван. Понятно, что в них нет никакого смысла. Ну да, про Иван. Ну и не более того. Иван, Иван, Иван. Дальше что у нас может быть? Отлично. И это, соответственно, Ваня. Маша. Ради бога, пускай будет Маша. Ваня, 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 Ваня. Сами названия откуда идут? Конечно, греческие. Конечно, греческие. Потому что первыми эти стопы изобрели все-таки греки. А что у нас дальше возможно? Амфибрахи. Амфибрахи. Ну, прямо сразу вот амфибрахи. Да. Да, амфибрахи. Да, амфибрахи. Нет, перихи из панды пока не будем об этом. Стойте. Давайте так. Анапис. А, это анапис. Ну, какой-нибудь. Ио. Что еще возможно? Какие комбинации здесь? Серединки удара. Серединки удара. Амфибрахи. Сложное слово, да? Например, ну мы все используем, да, с Иваном, с Ваней. Куала. Давайте как-нибудь с Ванюша. И наконец, что еще? Такт. Первый удар. Такт. Первый удар. Ну это какой-нибудь Ванечка. Иван, Иван, Иоанн. Итак, что у нас получилось? Иван, Ваня, Иоанн. А вы специально брали Иван? Ванюша или Ванечка. Все, или Иван, или Ванечка. А вот почему дальше особо ничего не бывает? Вы об этом подумайте.